Арендная плата за имущественный комплекс Севастопольского дельфинария вырастет почти в 10 раз. Об этом заявил директор департамента по земельным и имущественным отношениям правительства города Рустем Шаукатович Зайнуллин. По его словам, на данный момент между обществом с ограниченной ответственностью «Страна Дельфиния» и государственным унитарным предприятием «Центр эффективного использования собственности города» действует соглашение на аренду помещения до 2024 года, заключенное еще в украинском правовом поле. Согласно договору, стоимость арендной платы колеблется от 180 до 200 тысяч рублей в месяц. Цель договора вообще в целом – приведение его в соответствии с действующим законодательством. Мы обязаны проводить рыночную оценку. Иного другого варианта нет. Рыночная стоимость использования этих объектов, она действительно обоснована, учитывая место расположения объекта и для какой деятельности будет использоваться. На сегодняшний день рыночная арендная плата установлена в размере 1,5 миллиона рублей в месяц. Новый договор планируется заключить уже в ближайшее время. Если арендатор не потянет эту арендную плату, соответственно, он отказывается от заключения договора аренды, и мы будем выставлять имущественный комплекс на торги. Мы обязательным условием в договоре аренды и в постановлении текстовки это есть, что использование арендатором именно по прямому назначению. То есть дельфинарий не должен простаивать, не должен использоваться. Если будет иное, это одно из оснований для расторжения договора будет.